Отель Дельфин Эль Хабиб, 4 звезды. Отель находится в монастыре, 5 километров от аэропорта Монастырь. Общая площадь 17 тысяч квадратных метров. Отель предлагает питание по системе «Все включено». Завтрак, обед, ужин, шведский стол. Закуски в течение дня в барах отеля, а также алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Территория большая, зеленая, хорошо ухоженная. Также мы сейчас видим горки, которые находятся у нас на территории отеля. Есть открытый бассейн, есть крытый бассейн. Wi-Fi будет уже за дополнительную плату. Как вы уже заметили, пляж собственный, но через дорогу. Пляжных полотенец, к сожалению, нет, но есть зонтики и шезлонги абсолютно бесплатно. Матрасы уже за дополнительную плату. Один из плюсов данного отеля – это его место расположения. Вы видите, что весь променад, город, все у вас как на ладони. Сейчас вы видите крытый бассейн, который находится в спа-центре. Но спа-центр у нас уже будет за дополнительную плату, как и фитнес-центр. Отель состоит из 230 номеров. 200 из них – это стандартные номера по 29 квадратных метров, 28 family room по 45 квадратных метров, со своей гостиной, спальню с дверью и ванной комнатой. Есть два сьюта, максимальное размещение 6 человек. Там есть у нас гостиная, спальня с дверью и ванная комната. И 6 connection номеров. В стандартном номере у вас обязательно должен быть душ, ванна, фен, халат, центральный кондиционер, телевизор, плазма. Сейф за дополнительную плату. Также есть мини-бар, но его тоже пополняют только с дополнительную плату. Wi-Fi, балкон или терраса, дополнительная кровать, если она вам нужна, уборка в номере ежедневно и смена постельного белья тоже ежедневно. В отеле очень много разных развлечений. Живая музыка, анимация, амфитеатр, дискотека, но напитки будут за дополнительную плату. Большой теннис, дартс, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, настольный теннис, а также бильярд, водные виды спорта, дайвинг и верховая езда, но уже за дополнительную плату. Для детей в отеле предусмотрен детский бассейн, детская анимация, мини-клуб от рождения до 4 лет, джуниор-клуб от 8 до 12 лет и макси-клуб от 12 до 16 лет. Также есть мини-дискотека, детская площадка, детская кроватка и детское меню.